За моей спиной печально известный санаторий «Сосновый Бор». В 2017 году здесь отключили газ и воду за неуплату, а Следственный комитет арестовал все имущество. Но даже в этом темном царстве забрежил лучик света. Здание пообещали отремонтировать. Однако и здесь не обошлось без плохих новостей. Обещали, что эти стены получат вторую жизнь. Примерно так и получилось. Вон там, видите, кипит работа на крыше одного из зданий. Могло бы появиться и оборудование для котельной, но здесь уже не срослось. И вот что помешало. Осенью 20-го руководитель фирмы, которая и занималась техническим перевооружением котельной, по версии следствия, передал, как это звучит в материалах дела, незаконное вознаграждение президенту Рязанского областного фонда социальной поддержки населения. В открытых источниках называется имя Сергея Антонова. Сумма взятки приличная – 3,4 миллиона рублей. Вознаграждение было как за сам договор, так и за беспроблемную приемку работ. Видимо, чувствуя безнаказанность, руководитель решил и вовсе, что называется, пойти в разнос. Начал готовить санаторий к продаже недвижимого имущества. Примерно на полмиллиарда, по самым скромным подсчетам. В ходе приготовления к преступлению обвиняемый приискал средства его совершения, фирму, которая оформила на подставное полностью подконтрольное ему лицо. После этого, умело манипулируя членами Совета фонда, убедил их принять ряд решений, в результате которых уменьшил размер уставного капитала общества санаторий «Сосновый Бор» с 87,7 миллионов рублей до 10 тысяч рублей и продал 100% доли в уставном капитале общества вышеуказанной полностью подконтрольной ему фирме. Как считают следователи, имущественный комплекс санатория фигурант рассчитывал распродать на корню. Схему раскрыли сотрудники регионального управления экономической безопасности совместно с ФСБ. Весной 21-го Сергея Антонова заключили под стражу. Следственные действия по уголовному делу завершены. На основании собранных следствием доказательств экс-президенту Рязанского областного фонда социальной поддержки населения предъявлено обвинение в окончательной редакции, в коммерческом подкупе в особо крупном размере и приготовлении к растрате, совершенным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. В настоящее время выполняется ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. За совершение коммерческого подкупа обвиняемому грозит до 12 лет. За растрату с использованием своего служебного положения еще 10. Обе статьи с припиской «в крупном размере», но на ремонт самого санатория это повлиять не должно. «Сосновый Бор» возобновит работу в сентябре в новом качестве. Глава региона это твердо пообещал. В ходе отчета перед депутатами областной думы Николай Любимов заявил, что комплекс будет многопрофильным социально-реабилитационным центром. Теперь там будут не просто поправлять здоровье, а проходить реабилитацию как взрослые, так и дети. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».